Бежим что-нибудь с победой. Спасибо. И все-таки такой экспериментальный составчик, да, сами улыбаетесь. Ну да, экспериментальный состав. Победа тоже, можно сказать, экспериментальная. Вот. А скоро игры чемпионата, уже 17 числа. После паузы стартуем, и, конечно... И далеко не с экспериментальной командой, да? Далеко не с экспериментальной командой и не с экспериментальным составом, да. Из этого состава уже половина не будет. Будут футболисты, которые уехали за сборную, но проблемы, мне кажется, те, которые были при комплектовании сегодняшнего состава, они останутся. Потому что у нас, вы знаете, целая группа игроков ушла, другая группа игроков уходит. Вот. И позиции таких уязвимых, слабых у нас, конечно, слишком много. Возможно, придется воспользоваться игроками из дубля. Возможно. Некоторые из тех, которые сегодня играли, возможно, они будут не только в заявке, но, может быть, и появятся на поле. Но вместе с тем есть игроки сборной, есть игроки, которые отданы в аренду. Ну, есть игроки сборной, я про них говорил. Игроки, которые придут из аренды, если они придут, то они тоже не закроют те позиции. Если, например, игрок, который отдан в аренду, он играет форварда, а нам нужен, например, защитник, мы же не поставим этого игрока в оборону, правильно? До окончания трансферного окна уже, в принципе, мало времени. Что по этому поводу делается? Вообще, какие мысли у главного тренера? У главного тренера мысли реальные. Вот из тех ребят, которые останутся у нас, из тех футболистов, которые смогут играть за Анжи, из этих футболистов сделать крепкую команду. А если добавятся еще и те футболисты, которых мы, в принципе, планируем, но о которых пока, ну, я не считаю нужным говорить, то она будет еще более крепкой, крепче станет. Будем надеяться, что команда станет крепче и еще крепче. Еще раз с победой и удачи нам всем. Спасибо, удачи нам всем, действительно. Вот. Но я хотел бы сказать, что реалии сегодняшние, они не слишком простые для команды.